Почему не стоит воспитывать ребенка своего после 15 лет? К 15 годам у ребенка формируется его характер, личность и его особые взгляды на мир. И они могут не совпадать с вашими. Это важный период развития личности, и его необходимо принимать. А вот стараться перевоспитать своего ребенка и что-то привить свое – это уже бесполезно.